Ребята, всем привет! Вы на канале «В поисках золота». Мы едем в экспедицию. Коляныч нас везет. Колян, передай привет. Тут вот Тёмыч тоже. Мчимся, последнее паханое поле в нашей области. Едем, в общем, попробуем сегодня черников покопать. Не знаю, что получится из этого. Но, в общем, будем на месте, покажу вам поле. Я надеюсь, его еще не засели, потому что там уже сеялки где-то рядышком гоняли, могли и засеять. Может быть, даже такое, что мы приедем, оно уже засеяно. Поэтому даже не знаю, как мы попадем, попадем или не попадем. Если попадем, будем ходить копать. Если не попадем, будем поедем какую-то разведку куда-то дальше, что-то искать другое. В общем, друзья, смотрите, мы едем искать. Аукцион Виолити – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Случилось то, что должно было случиться, поле засеяно, и мы двигаемся в другую сторону в поиске каких-то новых полей, в поиске золота. Колян правильно все говорит. В общем, едем еще на одно место рядышком, хотим посмотреть, проверить, что там. Не знаю, если там тоже ничего, то будем ехать в лес. В общем, вот такие вот пока мест дела у нас, невеселые. Друзья, остановились вот в таком вот месте. Смотрите, вот такое вот красивое место. Пацаны пошли. Пацаны пошли копать перепаханный выпас. Я, друзья, копаю в машине. Лил себе чайку и копаю в машине. Я что-то думаю, что там ничего нету, но сказал им об этом. Ну, им захотелось пойти в разведку. Пускай идут, как бы, дело добровольная разведка. Я покопаю пока в машине. Сейчас поедем дальше. Есть у нас еще одно интересное место, и оно не засеяно. Там соя росла, по-моему, или пшеница. Поле отдыхает. Попробуем на него, короче, заехать. Если там ничего не будет, то поедем уже дальше. Поедем дальше уже на в лес. Есть там еще у нас тоже одно интересное место. Попробуем туда в лесок заехать. Попробуем там пошататься. В общем, вот такая вот пока история у нас. Были в разведке, на выпасе ничего не нашли. На второй выпас заехали в разведке, тоже ничего не нашли. Вот сейчас здесь пацаны походят. И будем ехать дальше. Какой-то у нас сегодня день разъездов. По крайней мере, утро разъездов у нас.
общем, вот такая вот ситуация. Ладно, будет что-то интересное, включусь, увидите. Ребят, пацаны уже ходят минут 15, что-то копают. Сейчас мы у Тёмыча узнаем, как у них обстановка. Я надеюсь, рацию он взял. Тёмыч, прием. Прием. Что там, как обстановка? Ну, керамика есть, но находок нет. Это печально. Что будем делать? В другой машине едем. Ну, давайте. Давайте, будем переезжать. Будем переезжать, друзья. Керамика есть. Выпас перепаханный, но находок нету. Места шикарные такие здесь, конечно. Классные. Там вон рапс цветет, смотрите. Я не знаю, если вам будет видно. Сзади за моей спиной цветет рапс. Сейчас такая красота везде. Везде цветет рапс. Такие желтенькие поля. Класс. Мы по грязи немного поездили, смотри, какая машина. Кальянская Таврия, Тавролет. Ой, тут вообще поналипало грязюки. Обтрушу немножко, чтобы машине было легче ехать. Главное, колену брызговик не оторвать. В общем, вот там вот пацаны ходят. Аж на самом верху этого бугра уже идут к машине, смотрю. Будем переезжать, друзья. Поедем, в планах еще у нас два места. Я думаю, что постараемся сегодня где-то зацепиться. Едем дальше. Друзья, пробираемся вот такими вот лесными дорогами. Колян, по-моему, нам надо было налево. Что-то я. По-моему, Колян, надо было сказать, что надо. Посмотрим карту Флинта. Где мы? Да, нам как бы надо было бы левее. Нам вот сюда вот надо попасть. Нам левее? Подожди, я посмотрю. Поехали прямо, может, мы там где-то выедем левее. Блин, Тёмыч, прекращай. Тёмыч тут. Ой, Колян, что ты делаешь? Лисы, там пенёк там, Колян. Мы его проедем. Я не думаю, что мы его проедем. Подожди-ка. Там чуть-чуть надо, буквально чуть-чуть, Серёга. Колян, я не думаю, что мы его там проедем. Блин, мы его проехали. Давай тут нас проедем. Нет, тут мы не проедем. Колян, ой, смотри, мы едем. Едем просто капец. Вот такие вот лесные дороги. Коляныч передает всем привет. Ищем дорогу, ребят. Ищем дорогу, куда нам проехать. Тут вот ямы какие-то копанные, кстати. Старые. Сейчас, Коляныч, подожди, сейчас пройдемся, посмотрим. Ну и вот сюда вот можно, Тёмыч, вот так вот и сюда, через кусты вот эти. Коляныч едет. Вот такие у нас поездочки, друзья. Колена. Тавролет везде проедет.
попробуем тут покопать в этом лесу. Яма не закопанная. О, Тёмыч, плюс 100 тебе в карму. Согласен. Попробуем, друзья, здесь покопать что-то. Не знаю, никогда здесь не были, но может что-то получится. Вот яма тоже копанная, смотри. Видишь? Клян говорит, прекрасные скифские места. Так что... Скифский столик. Скифский столик. Попробуем здесь походить. Не, места, кстати, неплохие, я тебе скажу. Смотри, один бугорок, вот здесь вот второй, вот там вот третий. Такой угол получается. Речуха была заливная. Надо пробовать ходить. Будем пробовать, в общем. Все, друзья, идем искать. Друзья, смотрите, только вот, я еще даже прибор не успел собрать, только вот от Колян, вот, ну сколько тут, 3 метра. Не хотел копать, думаю, столик, сейчас пробочка по-любому какая-то будет, вообще думал сюда идти, ну, хорошая стена, думаю, копану. Капец, смотрите, что он выкопал. Это копейка, да, какая-то? Елизаветовская, наверное. 1700. Да, Елизавета, смотри, вензель, 1757 год. Вот это прикол. И какой гурт? Гурт, шнур, наверное. Прикол, вот это да. Надо ж такое. Да, наступил-то. Коляныч, красавчик, наступил, поздравляю. Так, будем ходить. Я думаю, это не последняя находка в этих может, краях. Может, кто-то хутор был, видишь, он горбочек. Может и хутор был, сейчас будем ходить пробовать. Ну, находка есть, уже радует это. Давай, Коляныч, давай. Дерзай. Ветер поднялся, друзья. Поднялся ветер. Идем, сейчас попробуем эти все бугры обходить. На ту сторону еще сходим. Там, ой, чуть не упал. Там на той стороне тоже бугорочек есть, если вам видно. Попробуем сходить еще на ту сторону. Пошастаем здесь по этому лесу. В общем, такое. Смотрите, будут какие-то находки. Все вам покажу. Друзья, есть сигнальчик. Очень глубокий и очень слабенький. Бьет очень высоко. Попробуем копнуть. О, блин. Очень тяжело копать здесь корни. Думаю, что монетка. Бает вон блондинка корни. Посмотрите, какие. Очень-очень-очень глубокий сигнальчик. Лезут какие-то куски камней, керамика, керамика лезет. Попробую хотя бы посмотреть пинпоинтером, где оно там лежит. Лежит, как обычно, под корнем. Блин, это гильза, прикиньте.
Так глубоко лежало. Било очень хорошо. Так. Закапываем ямку. Идем дальше искать. Надо ж такое, думал, монета. Уверен даже был. Идем дальше, друзья. Друзья, прошел я вот этот бугорочек, который за мной. Керамики там, конечно, немерено. Очень много. Но находок, к сожалению, нету. Иду сейчас на другую сторону, на другой берег, можно сказать, ручья. И попытаюсь, там такой бугорочек интересный. Не знаю, ли вы отсюда увидите. Смотрите, вот там вот вдалеке красивый, интересный бугорочек. Попробую на этом интересном бугорочке походить. Если получится. Я думаю, что походить, то получится. Но будем посмотреть, какие там находки. Иду сейчас в такой траве, где может быть масса клещей. Тут низина такая, высокая трава. Тут могут быть клещи. Поэтому нужно будет аккуратненько как-то идти, потом обсмотреть себя. В общем, иду на бугор, друзья. Вот такая вот у нас сегодня копалка, можно сказать. Ездили-ездили, ничего не наездили и поехали в разведку. Я думаю, что я здесь пройду. Воды вроде нету, сухо. Главное, клещей на себя не нацеплять, потому что тут их может быть масса. Ладно, друзья, пошел дальше. Дошел я, друзья, до вот такого вот ручья. Можно его, в принципе, перейти по этим палочкам и пойти туда. Но там ходит Артем и говорит, что у него находок нет вообще. Я даже не знаю, что делать, если честно. Колян вот здесь вот у нас ходит. Вон он спрятался там за деревом. Вон. Но там тоже нет находок. И там, где я был, на том бугру, там вот возле леса, там тоже нет находок. Керамика есть, а находок, к сожалению, нету. Я даже не знаю, что мы будем делать, если честно. Может быть, попробуем этот желез только в другую сторону раскрутить, там, где керамика есть. Так, дилемка у нас, копать негде. Вот это поворот, конечно. Ладно, сейчас что-то будем думать. Сейчас что-то будем думать, друзья, потому как хочется успеть покопать еще сегодня. Но покопать, видите, проблематично. Проблематично. Негде копать, все засеяно. Попробуем этот лес сейчас раскрутить, может, в другую сторону. Иду обратно. Хожу сегодня туда-сюда. Друзья, мы, короче, угнали у Калина Таврию и поехали с Тёмычем кататься по лесу. На самом деле я шучу. Колян где-то идет пешком в разведке, а мы сейчас его подберем. Едем дальше. Проверим еще один хуторок. Лес оказался пустой. Поле за лесом тоже пустое, как бы. Хорошего мало. Находок нет вообще. Но зато накатались мы сегодня славно. Меня так подкидывает, капец, на этих кочках. Тут такая дорога. О, блин, Тёмыч, тише. Я вырежу этот кусок. Дорога такая. Лесовозы понаезжали. И просто капец. Ладно, друзья, едем. Колян! Колян! Он там где-то, блядь, еще. Колян! Вот и Коляныч пришел. Загружайся, погнали шатать богатые хутора. Я
Понял. Если б не на камеру, ты бы сказал бы багато хуторя. Что ты нашел, Коляныч? Ничего не нашел. Ничего не нашел. Там... А, Советин. А где курган тут раскопанный, ты говоришь? Ты ж видел его, проходил. Я не проходил его. Мы вдвоем проходили его. Небольшой курганчик раскопан. Вот там сразу сверху. Там, где мы были. Сверху раскопанный курганчик? Да, да, да. Я не видел его. Ну, вы после его игнорировали. Ну да, игнорировали. В общем, друзья, такая история. Керамика есть. И больше нету ничего. Только денег. Едем дальше. Ой. Что-то у нас сегодня печальный коп. Печальный коп. Ой, надо песню написать про печальный коп. Колян, мы, по-моему, не на ту дорогу заехали, но я не думаю, что так, ты потому, что та была вырулишь. Шеф. Та дорога была. Трогай. По бананчику. Спасибо, Колянусь. Буду. Все, мы перекусим пока, друзья. Шли третьи сутки нашего путешествия. Колян нас везет, я не знаю, на какую-то суперсекретную поселуху. У нас заканчивается бензин и кислород. Посмотрите, даже Колян на ней не было. Посмотрите, какой дорогой мы едем. Это просто жесть. Колян говорит, что эти ветки их можно просто не забирать. Эту тоже не забирать? Это уже надо забрать. Это надо забрать. Что самое печальное, Серый? Надо как-то отремонтировать тебе. Да сиди. Да. Мне надо же открыть. О, да, Колян, красавчик. Вот такая вот у нас, друзья, экспедиция. Слушай, интересно, что на этом поле справа, кстати, тоже. На вот этом вот. Может, давай выйдем керамику посмотрим? Давайте, я за. Да, выйдем или нет? Или едем дальше? Давай выйдем. Сейчас пойдем в разведку, друзья. Глянем. Глянем керамику. Ты машиной пока выйдешь, просто капец. Вот такие у нас, в общем, копы. Ездим, ходим. Ищем. Что тут засеяно? Я думаю, что может быть засеяно. Такие рядочки ровные. Скорее всего, кукурузу сюда закинули. Он уже даже повсходило. Видишь, зелененькая. Вот. Видишь? Может, это не кукуруза. Подсолнух, скорее всего. Не кукуруза, но. Так где повсходило? Вот, вот это да. Подсолнух, наверное. Я думаю. Нет, какой-то буян. Кирпичи какие-то. Керамики не видать. Мне кажется, она не засеяна. Где ты рядочки видишь? Ну вот, смотри, вот повсходила вот такая же самая. Видишь? Это подсолнух, Коляныч. Если подсолнух, здесь семечка должна быть. Логично? Ну, как бы логично, но может уже и не быть. Чего? Шкарлупа, блин, она долго не отрисована. Короче, едем дальше. Иду, друзья, в разведке. И смотрите, какая у меня находка. Череп чей-то. Прикиньте. Сейчас мы ему глазки почистим.
Я не знаю, это бобер, наверное, да? Смотрите, два зуба таких. Скорее всего, что бобер. Если так думаю. Вот еще зуб вывалился. Чик, сейчас вставим. Не отсюда, наверное. Бобер был, друзья. Так интересно у него. Откуда этот зуб? Ну, не суть. Бобер, а где же все остальное? Голова только осталась. А че ж сдох? Съел что-то? Питался плохо, поэтому и сдох. Такой прикольный. Смотрите, какие у него зубы. Смотрите, как он их сточил. И вот этими зубами бобер, прикиньте, деревья рубает так, что капец. Интересная находочка. Череп бобра. Прикольно. А вот это, наверное, его уши были, прикиньте, вот это вот. Ушные раковины. Вот одно ухо, а вот второе. А там где-то мозг был. В середине. Да, вот такой бобер. Сейчас Тёмычу скажу. Тёмыч, прием. Прием. Тёмыч, я череп бобра нашел с зубами, прикинь. Офигеть, Тёма. Забрать с собой? Да, давай забери. Можно сделать какую-то инсталляцию с него. Однозначно. Тёмыч говорит, надо забрать с собой этот череп бобра. Сделаем какую-то с него инсталляцию. Сейчас хочу зайти на поле рядышком, посмотреть, или там есть керамика. Там такой бугорочек интересный. Что-то он меня так манит, манит, манит. Ладно, друзья, идем дальше. Пока у нас поиски без результата. Вот череп нашел и все. Идем дальше искать. Друзья, череп пристроился у меня тут на блоке Деуса. А у Калина есть сигнальчик, говорит, хороший. Мы к машине идем, в общем. Я не знаю, куда мы будем переезжать. Просто не знаю, мы сегодня целый день катаемся. Что, куда мы едем, что мы копаем, непонятно вообще. Сейчас посмотрим, что он тут выкопает. Что там, Коленька? Хороший сигнал. Не ругайся на камеру, пожалуйста. Простите, дети. Ого! Хороший сигнал, хорошая монета. Да, как хороший. Что там? Пролетай. О, ранний советик. Может, даже откинись. Медяха. 2 копейки 24-го года. Я и так знаю. Ну сильно закиши, но там вроде. Да, светик хороший, да. Ну мне некуда взять, у меня надо, руки все надо заняты. Откиснуть, чтобы откис. Слушай, может мы здесь походим все-таки. Ну это дорога, можно пройти, с и два ранних светика. Ну, ну можно по этой старой дороге походить. Здесь. Вот она туда вот тянется. И куда? Туда, оттуда вернее она. Фигачит приходит. Они, блядь, очень хорошо. Ну а чё же мне фигачить? Что будем делать? Ну идем, пока до машины дойдем, насобираем совет. Я не ты знаю, я что-то смотал, у меня, а? Да, я уже прибор смотал, у меня уже такая какая-то апатия. Сейчас к этому копу. Советиков ранних. Найду, и у тебя сразу апатия пропадет. Там мне череп некуда деть просто. Какой череп? Вот этот. Я ну, Тёмычу сказали, пообещал да. Его просто, а. Поэтому придется тащить. Давай, Колян, я поснимаю, что ты копаешь. Не надо, я. Чего? Я стесняюсь. Да не стесняйся. Я так я ж ничего не копаю. Ну так вот сигнальчик был, выкопал же. Я тебя позову, когда будет, да?
Вот сигнал, да? Зови меня. Нет, не сигнал. Не знаю, куда мы будем переезжать? Ну, нам и переехать некуда. На те холмы. А ты думаешь, там что-то лучше на тех холмах? Я думаю, что там вот это все село стояло раньше там. Все село стояло на тех холмах? Все, но стояло что-то. На тех голимых холмах стояло все село? Когда была Киевская Русь, они все жили там. Когда была Киевская Русь, они все жили там? Что-то меня терзают смутные сомнения, Колян, по этому поводу, если честно. Давай проверим. Проверим мои сомнения? Да. А вариантов как бы у нас больше нет? У нас вообще нет никаких вариантов. Вообще. Или тут ходить, где нету ничего. О. Сигнальчик? Советик ранний. Да? На медиах там. А ну-ка давай. Давай, давай. Сейчас посмотрим онлайн твой коп. Или империя, или... Катушку ты, конечно, прицепил здоровенную. Ну, как раз для этой местности, для полей. Вот я он. Я же говорил тебе. Колян, это слушай. Это треть, а нет, это империя уже, пятерочка. Давай уже никуда не поедем, просто здесь дорогу походим. Походи. Походим дорогу, а что нет, сейчас насобираем каких-то монет. Империя, копейки 3 или 5, если... Одна сторона ушатана, вторая еще плохая. О, да, давай, покажи-ка я. Ну, номинал затертый, 1900, а, 1869 год. Ну, нормально. Так это ж не Николая. Первого, наверное, или кого? Это не первый, он же вообще там перед этим, перед революцией. Какой там год? А? Какой там 1869. Ну, это Николай Первый, наверное, да я не знаю. Да не, куда же Николай Первый? Я не ориентируюсь он в перед, этой империи. Там, перед, а, это почти спокойно. Нет, вот номинал стертый. Ну, это не Николай, Николай же перед революцией, по-моему, самой начал. Так, брат его ж отрекся. Я не силен. Ну эта сторона хорошая вообще, прекрасно. Ну давай поставим эту дорогу, все равно у нас вариантов можно, нету, можно, да? Смотри, уже смысл какой? Ну. Наколядовали. Красавчик. Расчехляй. Расчехляй прибор. Вон на веточку повешать, и у Тёмыча, блин. Я бы его в рюкзак положил, а? Но я боюсь. Я бы положил его в рюкзак, но боюсь, что он просто сломается там. Вот на веточку положи, Тёмыча. Потом подъедем, заберем. Давай я его сейчас где-то тут спрячу, этот череп. Да вон поставь на ветку, как раз. И будем ходить. Все, друзья, монеты лезут, надо ходить. Сейчас спрячу где-то череп этот. Потом подъедем, заберем его. Все, пошел копать. Ребята, у меня сигнальчик шикарный есть. Думаю, что это монета. Я попробуем заснять онлайн. Я думаю, Колян, что это монета все-таки. А ну дай нюхнуть. Блин, я уже выкопал. Уже не нюхнешь. Блин, даже что-то сомнений у меня по этому поводу нету. Хотя, может быть, всякое, ты знаешь. Вот и сигнал испортился. Вот и испортился сигнал хороший. Блин, железяка. Железяка с дыркой била просто в цвет. Это просто капец. Что же это такое? Что же мне сегодня так не прет? Колян, еще мне не прет сегодня? Идем искать дальше. Иду, друзья, к машине. Что-то я чувствую, что закончился на сегодня наш коп. Ну, мой, по крайней мере, точно. Что-то я уже так находился, накопался. И желание, когда находки не лезут, нету абсолютно никакого.
В общем, хочется подвести итоги сегодняшнего дня. Ехали мы на Черняховское поселение, которое еще вчера было не засажено. В общем, пока мы туда доехали, его за ночь уже засадили. И утром мы встретились с арендаторами поля, с сеялками, с комбайнами, в общем, со всеми. И ребята нам сказали, что поле засажено. Ну и мы уже с этого поля поехали на одно поле, на второе, на третье. В разведке начали расходиться, в общем, по выпасам походили. Ничего интересного не нашли, по крайней мере, я. Нашел две ходячки только. Ну и всякого там шмурдяка накопал, как обычно. Пули, гильзы. Ничего интересного, в общем. Несколько пуговиц. Сегодня три пуговицы выкопал. Не показывал, потому как показывать нечего. В общем, что мы сейчас? Я иду к машине. Тёмыч уже там. Сейчас по рации ко мне выходил на связь. Садимся в машину. А, череп я нашел. Бобровый или андатровый какой-то. Я думаю, что бобра, наверное, череп, мне кажется. Коляныч говорит, что вроде как это андатра. Не знаю, мне кажется, что бобер. Тёмычу сейчас отдам его. Заберем, будем ехать. В общем, ну, в целом, день прошел неплохо. На природе, на свежем воздухе. Походили, поискали, разведки. Негативное это тоже разведки, как бы уже какие-то места можно вычеркнуть из списка, куда мы заезжать не будем. Так что можно уже заниматься чем-то остальным. Поля уже все засеяны абсолютно полностью, уже по полям ездить нечего. Остаются какие-то там выпасы, остаются какие-то леса. Есть у нас лес возле Житомира. Там, где я копал в средневековье, две серии выходило. Я думаю, что, скорее всего, в этот лес мы и будем ездить. Он рядышком, недалеко. И там находки, по крайней мере, есть. Там и скифы, кстати. Можно будет и на скифы заезжать. Так что, куда поехать, я думаю, мы найдем в любом случае. Вот такие вот дела, друзья, находки. Свои показывать не буду, потому как показывать нечего. И не знаю, может еще и покопаю, в принципе. А может быть и нет. Коляныч у нас пошел дальше в разведку по старой дороге. Хочет там один какой-то бугорочек ему приглянулся проверить. А мы с Тёмычем, я уже вот почти до машины дошел. Вон, Тёмыч кушает. А мы с Тёмычем сейчас... Не знаю, может, чайку попьем, куснем что-нибудь и поедем, колена заберем. И не знаю даже, ходим, не походим, будем встретить, в общем. Так что вот такой у нас сегодня получился копоэкспедиция, можно сказать. Тёмыч, приятного аппетита тебе. Спасибо. Будь ласка. Вот такая у нас, в общем, вышла, ребят, экспедиция. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Еще увидимся. Всем удачи, всем пока.